А вот еще одна история. Почему пионеров называют пионерами? Слово «пионер» пришло к нам из французского языка. Оно означает «первопроходец», «зачинатель». Изначально пионерами называли, например, людей в Северной Америке, которые в 18-19 веках шли на Запад для заселения новых территорий. Также пионерами называли военных в инженерных войсках вооруженных сил Российской империи, саперов Германской империи, ведь действительно они были настоящими первопроходцами. Во время создания пионерского движения в Советской России педагог и общественный деятель Иннокентий Жуков заимствовал идеи пионеринга у канадского писателя и естествоиспытателя Эрнеста Сеттон Томпсона. По его версии, пионеринг – это выживание среди дикой природы, маскировка, тактические игры, походы, строительство переправ и навесов, то есть то, что связано с играми и бытом на природе. Эрнест Сеттон Томпсон назвал так эту систему подготовки в честь знаменитого романа американского писателя Фенимора Купера «Пионеры», повествовавшего о жизни первых поселенцев в Северной Америке.